Здравствуйте, уважаемые любители рыбной ловли. Начинаем наше очередное рыболовное приключение. Сегодня у нас 13 декабря. Мои именины. Я решил себе сделать подарок и выехать. Пробовать ходить по речке, что-нибудь ловить. Все, что получится, вы видите в моем отчете. Ловить мы будем на Траутекс. Ультралайт. Поставили мы 1 грамм и Полярис. Мы будем что-то пробовать. Вот такое вот местечко. Раньше было здорово. Прошлись мы по речке Рата, ничего у нас не получилось, переехали мы на Буг. Пробуем на Буге, все что получится, увидите. На Буге мы поставили азурку и 1,5 грамма. И попробуем что-нибудь. Но тоже не хочет. Будем пробовать. О, красава. Красава. Вот он, красавчик, красавчик. Ну все, дякую. Иди, гуляй. Хорошо. Добрый день, уважаемые любители рыбной ловли. Начинаем наше очередное рыболовное приключение. Так, вот мы с дядей Витей. Привет. Выехали на озерцо. Но, так как сегодня был морозец, ночью, вроде 2 градуса, но прихватило. Будем искать свободную воду. Хорошо. Все, что получится, увидите в отчете. Так, ну вот, нашли мы такую воду. Сейчас будем пробовать ловить что-нибудь. Вот так, жиденькая водичка. Все хорошо. Будем пробовать. Поставили мы 1,5 грамма азуру. И будем пробовать ловить что-нибудь. Гоняет. Сейчас мы проверим. Вот и первый окушочек у нас. Опс. Вот еще один. С
Здравствуйте, уважаемые любители рыбной ловли. Сегодня мы начинаем наше очередное рыболовное приключение. Приехали мы на озерцо, попробуем ловить окуня. Все, что получится, увидите в моем отчете. Ловить мы будем на Траутекс Ультралайт. Поставили мы для начала 1 грамм и от Селекта Полярис. Пришли и будем пробовать. А вот и вроде ушел. Ага. Вот и есть кусочек. Блядь. Вот еще один. Цепели. Ты гуляй. Все. Вот. Поставили, мы оборвали, поставили сейчас 1,5 грамма и такую вот цятю. И попробуем. Поменяли мы, правда, леску. Отдай. Молодец. Вот. Еще один. Хорошо. Вот перестало, поменяем приманочку. Поставили полярис вот такой. Мы будем пробовать. Это есть. Вот, поменяем приманочку, поставили мы вибровормик и попробуем ловить. Красавчик. Вот.
Все, гуляй. Поменяем приманочку, поставим опять селектик. Будем пробовать. Хулиганье. Выдернули. Вот поставили, мы попробуем 2 грамма и азурку. И попробуем что-нибудь ловить. Вот такая у нас сегодня получилась рыбалочка. Спасибо водоему. Спасибо всем, кто смотрел. До новых встреч. Подпишитесь на мой канал. Рыбачьте с удовольствием и берегите природу.